С окончания Второй мировой войны в России скопились сотни тысяч различных авиабомб, от 2-килограммовых фугасно-разрывных, от кассет до самой мощной в мире ядерной бомбы мощностью 58 мегатонн, которую прозвали «Царь-бомба Кузькина мать». А так как стратегические бомбардировщики сегодня не задействованы, то в основном используются осколочно-фугасные бомбы ФАБы весом 500 килограммов, потому что они достаточно эффективны и могут крепиться на подвесках фронтовых штурмовиков, работа которых ограничена действиями вражеского ПВО. Для того, чтобы не отражаться на радарах противника, они вынуждены работать на низких высотах и поражать цели управляемыми или неуправляемыми ракетами с расстояния, недосягаемого для ПВО противника. При этом надо учитывать, что вся линия фронта нашпигована американскими «стингерами», которые такие цели сбивают элементарно. Чтобы разбомбить «стингеры», нужно по крайней мере преодолеть ПВО ближнего действия и уйти на потолок 6000 метров. Новейшие российские штурмовики имеют потолок до 20 километров. Но чем выше мы сбросим бомбу, тем дальше она уйдет от цели. Поэтому в 1975 году в России были приняты на вооружение корректируемые бомбы КАП-500, которые имеют головку наведения по лазерному лучу и могут изменять свое направление в пределах 3-5 километров, точно поражая цель с любой высоты. Бомбы были успешно испытаны на полях в Сирии. В 2018 году на вооружение была принята планирующая бомба ББК-500, разработанная НПО «Базальт», кодовое название «Дрель». Сброшенная с высоты 14 километров, бомба может долететь до цели на расстояние в 30 километров, наводясь на нее с помощью спутника ГЛОНАСС с точностью до 10 метров. Перспективным носителем планирующей бомбы определен штурмовик Су-57, имеющий потолок до 20 километров. 11 августа 2023 года бомба была успешно испытана в боевых действиях, полностью уничтожив крупный штаб противника далеко за линией фронта. При этом была применена обыкновенная осколочно-фугасная планирующая бомба. Вместе с тем Россия имеет широкий диапазон самых негуманных, но эффективных кассетных бомб, от осколочно-фугасных до противолодочных. В перечне почему-то нет самой негуманной шариковой бомбы РБК-500 ШОА-505М, которая несет в себе 565 шариковых бомбочек. При подрыве одной бомбочки разлетается 304 5-миллиметровых осколка, уничтожая все живое в радиусе 600 метров одной бомбой. Кроме осколочно-фугасных, кассетная бомба может быть снаряжена бетонобойными, химическими или противотанковыми кумулятивными снарядами, которых может поместиться в ней 268 штук, и каждый из них может пробить гомогенную броню 200 мм, то есть уничтожить любой танк противника. И все эти суббоеприпасы можно заложить в дрель, но пока ее в основном наполняют бронебойными или бетонобойными бомбами, например, 15 снарядами «Мотив», который имеет кумулятивный заряд, пробивающий 500-миллиметровую гомогенную броню, и снабжены головкой самонаведения с инфракрасным и радиационным сенсорами, которые реагируют на тепло моторов бронетехники или излучение локатора. При подлете к цели на высоте 150 метров бомба взрывается и выкидывает субснаряды, которые спускаются на парашютах, постоянно вращаясь, сканируя своими сенсорами местность, и, обнаружив цель на расстоянии 50 метров от нее, выбрасывают в ее сторону кумулятивный заряд.
В зависимости от расположения целей одной бомбы можно уничтожить от 6 до 10 наступающих танков противника или другой бронетехники. Бронебойные же бомбочки, выпущенные на высоте 150 метров, включают ракетный двигатель и, разгоняясь, пробивают бетонные перекрытия ангаров и дотов, взрываясь внутри помещений. Особенно эффективны при уничтожении вражеских аэродромов. Уже спроектирован и испытывается газогенераторный маршрутный двигатель, который увеличит дальность полета бомбы в 2 раза, а в перспективе до 100 км.